Кавалерийский почетный эскорт президентского полка России выступил на конном манеже у Кремля в рамках фестиваля «Спасская башня». Военнослужащие выступили под известную классику рок-н-ролла, песни военных лет и другие музыкальные композиции. В рамках представления эскорту разрешается отходить от протокола, поэтому кавалеристы будут не только в классической военной форме. В «Спасской башне» примут участие 22 коллектива из 6 стран – России, Белоруссии, Греции, Мексики, Катара и Габона. Фестиваль открылся 27 августа и продлится до 5 сентября.